Всем привет, я Анастасия Нифонтова, я нахожусь в салоне Байкленд на Ярославке. Все мы знаем компанию Гиви, которая делает дуги, стекла, кофры. Сегодня мы расскажем про кофры, но с необычного ракурса. Мы расскажем про интересные свойства этих кофров и дополнительные функции, которыми они обладают. Это топовая модель, полностью алюминиевая, которая рассчитана на туристические эндуро. Понятно, что когда вы путешествуете на туристическом эндуро, одно малейшее падение где-нибудь на камнях, горах, и кофр может разлететься на мелкие кусочки, поэтому он полностью алюминиевый, максимально надежный, максимально защищенный. Кстати говоря, достаточно легкий. Но мы не об этом. О том, что к этому кофру можно купить, например, такую вот замечательную сеточку, которая будет держать документы, карту, какие-то бумажки, может быть, книжку. Все будет это в одном месте. Сеточка крепится на специальные такие вот крючочки. Вы кладете все ваши документы, все бумаги, все, что у вас есть, сюда. И оно никогда у вас не затеряется, никуда не улетит. Вам не нужно будет залезать в кофр, искать там все, вынимать, чтобы найти потерявшуюся бумажку. Все будет в одном месте, это очень удобно. Также для этого кофра можно купить такую сумку. Она полностью проклеенная, водонепроницаемая. Она с ремнями, которые ее утягивают. То есть, если вы ее не полностью набили, у вас там есть еще пустое место, вы можете ремнями ее затянуть, уменьшить, положить на место. Знаете, что все будет всегда в сухости, в целости. Влага туда не попадет, вещи будут всегда в хорошем состоянии. Также плюс этой сумки в том, что, допустим, появился дополнительный багаж, который уже не помещается во все ваши кофры. Вы можете взять эту сумку отдельно и примотать, например, вот так вот сверху еще к кофру, куда угодно, к мотоциклу. Опять же, зная, что ваши вещи, которые находятся внутри этой сумки, они не испортятся, они будут всегда герметично в ней сохранены. Сумка, естественно, сделана полностью по размеру кофра, удобно всегда в него помещается. Также есть такая модель кофры. Мне очень нравится дизайн. Например, все кофры открываются просто одним движением. Вот так вот вверх открывается крышка. И если с верхним кофром это еще не проблема, вы открыли и нашли там, что вам нужно, то с боковыми кофрами это бывает проблема, потому что когда вы открываете полностью кофр, из него начинает все вываливаться, это неудобно. Особенно если вы хотите положить какую-то маленькую вещь. В этих кофрах можно открыть вот так вот только верхнюю часть, соответственно, взять и положить все, что вам нужно, вообще без каких-либо проблем. Еще дополнение к таким кофрам очень приятное – это такая сумка, которую также можно купить отдельно. И если вы ездите на мотоцикле по делам, по городу, у вас с собой какие-то документы, бумаги, да, вы положили все это в эту замечательную сумку или по делам, потом пришли и положили ее также на место в кофр, и все вещи у вас там будут сохранены. Очень удобно, все, естественно, сделано по размеру. Удобные, прочные, надежные кофры Гиви, они облегчают нам жизнь в дальних путешествиях и везде по городу.